Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Добрый день, у микрофона Мария Кожевникова, а напротив меня Александр Шевалдин, руководитель отдела продаж недвижимости компании «Дело и деньги». Александр, добрый день. Добрый день. Сегодня поговорим о мечте, о домике у моря. В общем-то, теперь недвижимость в теплых регионах на побережье – это уже не диковинка, и мечта для многих становится реальностью. Александр, а вообще кировчане часто совершают такие покупки? Да, достаточно часто. Тут надо заметить, что рынок города Сочи привлекает в основном иногородних. Наш город не исключение. Обусловлено это, конечно, уникальностью города Сочи, тем, что это и горнолыжный курорт, и летний отдых. Ну и, конечно же, рост цен на недвижимость больше опережает темпы инфляции. Вложение в недвижимость – это выгодно. Тем более сейчас набирают популярность комплексы апартаменты. Это 3-4-5-звездочные отели. Можно получать пассивный доход. С одной стороны, выгодно и приятно иметь жилье у моря. С другой, не очень-то удобно нам отсюда за тысячи километров покупать, выбирать. С какими проблемами и подводными камнями можно столкнуться? Ну, в первую очередь, немаловажное значение имеет выбор профессионального эксперта, который будет заниматься подбором вашего жилья. Город Сочи – единственный, наверное, город в России, где профессия агента по продаже недвижимости очень растиражирована, и поэтому там очень много случайных людей. Город Сочи протяженностью 146 километров. Надо определиться, что вам больше по душе – бешеный ритм мегаполиса и либо все-таки спокойное, тихое место. Да, и, конечно, там много застройщиков, так как инвестиционно привлекательный не только для людей, но и для компаний этот город. И, соответственно, наша компания работает только с надежными и проверенными. Ну, в общем-то, плавно мы к этому подошли. Я знаю, что компания «Дело и деньги» открыла не так давно в Сочи офис. Как вы можете помочь с покупкой жилья кировчанам? Как выстраивается, работает? В первую очередь мы проверяем репутацию компании. Смотрим, какие отзывы были уже по введенным жилым комплексам. Выбираем тех партнеров, которые работают в правовом поле. Рынок Сочи очень сложный, там очень много юридических нюансов. И те все предложения, которые есть на различных агрегаторах, они на самом деле неправдивые. Цены занижены, не соответствуют реалиям. Поэтому сначала мы проводим консультацию, подробно выявляем потребности и дальше уже понимаем, как работать с клиентом. А вообще эту покупку можно совершить, не выезжая, в принципе, из Кирова, или это будет какой-то один, допустим, выезд, когда будет подобран целый список жилья, его можно будет посмотреть? Сейчас сделки проводятся и удаленно. У нас на практике были случаи, когда человек даже не выезжал туда. Такие сделки можно совершать, например, через сервис безопасных расчетов и электронную регистрацию. Покупатель защищен тем, что деньги переходят только после регистрации права собственности. Продавец гарантированно получает деньги от покупателям. И эти сделки можно проводить удаленно. Если кто покупает квартиры для проживания или для отдыха, важно посмотреть своими глазами. Но ликвидные интересные объекты уходят, ну, буквально за несколько часов за день. Поэтому список объектов готовится не позже, чем за один день. И наши эксперты делают презентацию этих объектов на месте. Ну и, соответственно, сделку можно потом совершить либо удаленно, внеся предварительно бронь, либо там уже на месте. Можно через вашу компанию продать квартиру в Кирове и сразу же купить квартиру в Сочи? Да, конечно, это сделать можно. В нашей компании работает Redin. Мы можем здесь выкупить квартиру. А человек, который хочет купить, этими денежными средствами будет уже распоряжаться по своему усмотрению и направить на приобретение квартиры в любом регионе, да, не только в городе Сочи. Давайте еще раз напомним, куда можно обращаться. Офисы компании «Дело и деньги», наш телефон 47-69. На этом, думаю, мы и закончим. Спасибо за разговор. Доброго дня всем слушателям. Спасибо вам. Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Услуги сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов ПАО «Сбербанк» оказываются без ограничений по возрасту. Услуги по недвижимости оказывает общество с ограниченной ответственностью, финансовая корпорация «Дело и деньги», ИНН 43-45-45-48-13.